сцени искусства Ильдам Шакира. Наша гордость. Это финалистка телевизионного проекта «Голос», которая завоевала признание и любовь многомиллионной аудитории зрителей. Дорогие друзья, для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина.
программу продолжает ансамбль танца «Казань». Художественный руководитель, заслуженный артистка Татарстана Чулпан Закирова. «Синий туман». Дорогие друзья, совсем скоро в Казань на Всемирную универсиаду, праздник молодежи, соберутся спортсмены, туристы, гости со всего мира. Кадыр дослар, инде шинанда, белгенегеща, ишеткенегеща, пизден в Казан урамнарында универсиада байрағы жилтірден. Яшлерне күмір көтеренкілігі, ихлас елмайлары, жәйнің рәхимлі қияшына ұшылып, барлық
дөньяға таралыр. И тут мы дружим, что царит сегодня над Россией волшебное семицветие, отразится в Волжских водах, выльется бурным радужным потоком на широкие казанские проспекты, озарит улыбкою лица горожан. Yeah.
фрагмент из вокальной триглотической композиции «Зангершен». Исполняют Гульнас Гафуров и заслуженный артист Республики Татарстан Рустем Асаров. Чишне. Yeah.
Дорогие друзья, скоро в степях под Уфой, в Башкортостане, зацветут благоуханные травы, и помчится по степи длинноногий жеребенок. Его чарующая трогательная юность отзовется в сердце нежностью и болью, стоит радостно, светло и, самое главное, жарко на душе. Тизден язна ирвежилләре башкорт даллары буйлап баллы чәчәк исләрен таратыр. Ялларын уйнатып чапкан колыннар кешнәве болыннарны яңгыратыр. Шу яшәү дәрте бар җиһанга таралып, күңелләргә яңа күтәренкелек өстәр. Ә бүген сәхнәдә бәйрәм, дуслык бәйрәме. Ә сәхнәбезнең түрендә Башкортстанның халык артисты Римма Амангильдина. Башкирская народная песня «Эль-Мелек». Thank you.
Рестем Закира. А на сцене татарская фьюжн-группа Шуряле. Попурри на башкирские народные мелодии. Сен дәлмейсің, елән барам.
Спасибо. На нашу концертную программу продолжает ансамбль танца «Казань». Субунда Кишке Уйон. Thank you.
ансамбль танца «Казань». Ну що ж, ми продовжимо. Кадерлі дослер, бүген безнің білян бірге шушы мәхабет залда Россия мөфтілер шурасы рейсі Рауль Хазрат Ғайнеттин де бар. Мөхтәрәм қунағыбызны шын көңілден сәлемлейбіз. Очень приятно. Илхан бұлқынлары, мұң тирбәліші, бейлердегі дәрт біздің көңілдерімізге кіріп аны тағында сапландыра байында. Дуслығымыз мәңгілік болсын дейесі келе. Мос дружбы. Мы словно поднимаемся по его ступеням все выше и выше. Так звуки музыки и вихри танца объединяют нас и дают нам чувство духовного богатства, нерушимой дружбы и, конечно же, родства. И пусть наша дружба будет вечной, объединяя Уфу, Казань, Москву. Бейгішіклар мұнан бүгінгі күнге қадар сақлап, татар халқына жеткіруші мұң әліфәсі Халида Бегичева. Зараз
сәхнәдә Татарстанның атказанған артисты Рәсим Низамов. Жырлык, дуслар! Заслуженная артистка России и Татарстана, главный продюсер проекта Мосдружбы Москва-Уфа-Казань Наиля Фатехова. Ты ж был моим.
Чорлар буде беркуте. Әзір сәхнеге Россия һәм Татарстанның халык артисты Ринат Ибраһимовны чакырабыз. Татар халык көе җымга. Бәйрәм белән, дуслар! Шулай булып, юмен, юмен!
Ермішоли дамове. Рахмет. Беремлен. А на сцене ансамбль танцы Казани, художественный руководитель заслуженной артистка Татарстана Чулпан Закирова. Хореографическая композиция «Хорезм».
Кеншерішен, башли вас! Ваши аплодисменты! Вы знаете, дорогие друзья, сегодня в этом зале, в самом сердце России, звезды татарской эстрады дарят вам свою музыку, свои песни, свою душу и свои сердца. И так хочется, чтобы мост нашей дружбы оставался нерушимым. Безнен бүгінгі концертта қадірлі қонағымыз. Россия сәнғат өлкәсіндегі ең абыройлы шәхесләрдән болған. Бүгінгі күндә якташыбыз Дина Гарипованың ұстазы Александр Градский қатнаша. Народный артист России Александр Градский. Гори, гори, моя звезда. Ты на могиле.
Александр Леонидович. Александр Леонидович еще не уходит, дорогие друзья. Продолжим. Спасибо. Александр Леонидович, ну, во-первых, разрешите мне поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие в нашем проекте и присоединили свой легендарный голос голосам наших звезд. Это раз. А во-вторых, вы скажете обязательно. Но я просто обязан сказать вот это. Во-вторых, разрешите от имени всех зрителей, сидящих в этом зале, а также от имени всех татарстанцев, поблагодарить вас за то, что в телевизионном проекте «Голос» вы заметили голос нашей Дины Гариповой. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, много лет назад я так для себя сделал оркестровку очень красивой песни моего товарища, близкого товарища-композитора Марка Минкова. Его уже нет на свете, к несчастью, так это произошло совсем недавно. И она у меня так и лежала почти 20 лет. А потом в проекте, вот этом, который, видимо, как-то произвел какое-то впечатление, было задание. Я должен был, как наставник, со своим участником, с участником своей команды, как обязательство вот что-то такое вот вместе сделать. И мы это сделали как обязательство вместе с Диночкой Гариповой, которая прошла на сцену. Александр Градский, Дина Гарипова. Кремлевская миграция. Ты
Дякую вам. Олександр Градський. Діна Галітова. Олександр Градський. Діна Галітова і Олександр Градський. Александр Борисович, еще раз огромное вам спасибо. Благодарим вас. Александр Борисович, вы теперь наш Татарский. Спасибо большое. А у нас для вас, дорогие друзья, есть еще один сюрприз. Итак, дорогие друзья, на сцене Кремлевского дворца премьера клипа «Евровидение 2013» с участием Дины Гариповой. Большое спасибо, Бекку Брахмет, Диночка. Я хочу тебе вот такой стишок сказать. Я немножко пришел, я рад, Белявей.
терен тамырлардан барады, ерларын. Нет, не звездой хочу я вас назвать, которая далека и светит только ночью, а солнышком земным, что может излучать тепло и свет в сердца наши и очи. Саша Градский, ты теперь татарин, понял? Так что за 300 лет-то мы растворились. Вот. Спасибо, Саша, что звезды зажигают, сгорая сам, светишь другим. Однажды меня спросили: Нурулла, ты из России? Я сказал: нет. Все возмутились: а кто же? Я говорю: Россия во мне, с моей маленькой родиной, Татарстан. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты Дине Гариповой. Сахнаря Татарстаном халык артиста Рустам Валиев.
Рустем Валиев. Сахнада Татарстанның ат казанған артисты Роза Хабибуллина. Ансамбль танца «Казань», танец с веерами.